Всем привет, друзья, с вами, как всегда, Драйвер51Рус. Значит, сегодня, у нас на дочке будет Need for Speed Rivas лицензия в онлайне. Значит, вот, прокатимся на данной игрушке, посмотрим, как она в онлайне, лицензия, работает. Стоимость, ребята, игры где-то в районе 1400 полной версии. Вот, комплект Edition, там много вариантов дополнительной техники. Ну и давайте начнем. Много балаболить не буду, тут трындеть, поэтому микрофон буду вырубать периодически и просто посмотрим, как игрушка эта сама по себе выглядит. Мне так очень нравится, это такое ощущение, что это продолжение Need for Speed Hot Pursuit. Это игра 2014 года, вот это Пурсит, по-моему, 10-го. То есть чувствуется по сути, как бы игра почти та же самая, да. Ну, обновлена графика, все там намного покрасивее, получше. Так что давайте начнем. Ну, значит, вот мы попадаем в гараж. Тут я гоняю на полицейских машинах. То есть по выбору автомобилей тут вариаций просто миллион. Всех не перещелкать. Начинается все с Мерседесов тут. Потом пошли Доджи. Ниссан GTR. Значит, Мерсы, Ягуары. Всякие разные. Феррари. Ну и так далее тут. Чем дальше в лес, тем больше дров. То есть там еще много машин закрыто. Ладно, не будем долго мы тут канителить, да? То есть едем. Тут старенькие такие модельки хорошие есть, прикольные. Так, я на Ягуаре, ребята. На Ягуаре. На Ягуаре. Только на каком? Он сам не помню. Так, это старый мой Ягуар. Старый. Да, вот на этом. Как сами видите, народ, вот видите, игроки в сессии присутствуют. Народ тут есть. Сейчас помчим, короче. С точки старта прям запускаемся и погоним. Начать здесь, да. Данная игра в Стиме отсутствует, значит, только вот на Ориджи она есть, да, то есть лицензия. Вот поэтому ценники тут намного, конечно, дороже, чем на этом самом, чем в Стиме. Ну и все, ребята, выезжаем. Все, звук отрубаю туда микрофончик и будем гонять. Замечен гонщик. Погоня код 3. Требуется подкрепление. Машина придется
погоню, код 3, иду за ним. Вот меня по беспределу выкинули, е-мое. Сейчас, ребята, сессия заменится. Ну, сами видите, различия от Пурсита, да, намного круче игрушка такая. Мультик такой живой, прикольный. Опять же, интерфейс управления, ребята, вообще офигенная. Точно так же, как и на Пурсите. О, погнали. Офицер преследует гонщика. Все машины, выйди на связь.
Вечер, 10:44, задержанный, арестован. Он у нас. Подозреваемый взят, данные в базе. Принято, получаю сведения о гонщиках. Погоня прекращена, все машины в отбой. Критическое повреждение машины. Внимание! Преследуется гонщик Q3. Ближайшим машинам оказать помощь. Ну вот такая, ребят, игрушка. Офигенная, просто супер такая. Экшн-драйв полный. Гонять тут не перегонять. Можно и за гонщика гонять. То есть все будем тут еще обзорить. Но пока, ребята, маленький такой обзорчик я заканчиваю. С вами был Драйвер51Рус. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу. Всем удачи, всем пока. Будем все обзорить. Новенькое, свеженькое, хорошенькое. Все, всем удачи.